Ребят, обязательно подпишитесь на мой канал. Моя цель набить до Нового года 5000 подписчиков. Я надеюсь, вы мне в этом поможете. Ребят, заходите в мой сервер в Дискорде по ссылочке в описании. Ой, так, ладно, в принципе, все, проснулся. Можно сейчас спокойно помыться, сейчас ходить. Умыться, точнее, а потом уже посмотреть, сколько там у меня подписчиков. Начало надо умыться, все-таки, да. Так, свет включаем. Так, умываемся, делаемся красивым, зубки чистим. Все, отлично. Сейчас надо посмотреть, сколько у меня там подписчиков в ТикТоке и на Ютубе. Так, быстренько сейчас запускаем ТикТок. Так, ТикТок. В ТикТоке у меня сейчас уже 117 тысяч подписчиков. Теперь и в ТикТоке у меня 100 тысяч подписчиков, в принципе, неплохо, и 603 тысячи лайков. Ну, В принципе. Неплохо, неплохо. Так, а что там у нас с ютубчиком? Так, ютубчик у меня сейчас, ну, 109 тысяч подписчиков, ну, в принципе, в принципе, неплохо. Ну да. Так, ладно, тогда сейчас что? Сразу же сначала запишем вон ролик там на ютубчик. Свет вообще бы включить? Да, 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 сначала свет. Ага, так, свет здесь и здесь. Все, отлично. Быстренько сейчас, так, Майнкрафтик. И всем привет, дорогие друзья, добро пожаловать на новенький ролик по выживаниям. И всем, ребят, спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Так, отлично, быстро сейчас делаем монтажик. Так, 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 так. Итак, отлично. Все, пусть рендерится. Сейчас запишем ТикТок еще один. Так, точнее, ТикТок первый за этот день. Так, быстренько сюда включаем. Так, так, так. Так, все, начинаем записывать. Так, что, записал? Быстренько его сейчас смонтируем, какие-нибудь эффектики. Так, 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 так. В принципе, 100 тысяч подписчиков в ТикТоке достаточно прикольно. Вон ее тортики даже не схавал. Вообще, вот, у меня тут есть еще вон тортик, тут, пф, не знаю, немного. Здесь три тортика. Вон мясо, все что только нет, а? Маль, отлично. Ну ладно, тогда сейчас нужно что? Сейчас одеваемся, и тогда сразу же сегодня с вами потренируемся для начала. Потом нужно флочку в Инстаграм, а потом будем стримить. Ну а потом не знаю, что. Потом придумаем, обязательно придумаем, но сначала нужно сейчас переодеться, но и идти хотя бы позаниматься, потому что вчера все-таки тренировку пропустил, конечно, дома позанимался, но это не то, что надо, поэтому пойдем сейчас заниматься. Так, я сейчас переодеваюсь. Так, все, я готов, выключаем свет, ну и идем уже позанимаемся. Так, стоп, у меня ключи... Ага, 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 отлично. Стоп, я тебе ключи не сдал? Серьезно? Я ключи от этой квартиры не сдал. Ну и ладно, ну и ладно. Так, закрываем дверь. Все, я готов. Могу идти спокойно сейчас позаниматься. О, квартира какая-то открыта. Ладно, давайте закроем, а. Ну все, можно идти сейчас в принципе потренироваться. Нужно еще найти места. Хотя я там запишу как раз тикток. Будем записывать побольше роликов в тикток, чтобы мои ролики чаще попадали в рекомендации. Все такое. Как-то так. Как-то так. Ну ладно. Все, я в принципе готов сейчас позаниматься. Можно будет потом куда-нибудь сходить, где-нибудь что-нибудь записать. Не знаю где, но что-нибудь найдем. Что-нибудь найдем. Я, кстати, так и не купил вот это помещение. Я хотел его купить, когда еще работал. но так и не купил. 100 тысяч рублей. Ага, но у меня до сих пор такого вроде бы нету. Хотя у меня сколько-то. Я не знаю, сколько у меня там есть. Ну, сколько-то у меня есть, короче. Ладно, сначала надо позаниматься, а потом схожу, посмотрю, сколько у меня там денег. Хотя мне это помещение вообще уже не нужно. В принципе, да, вообще не нужно. Но вдруг, ладно, потом, если, может, понадобится какая-нибудь. Все, сейчас тогда идем позанимаемся, закрываем дверьку. Нужно сейчас переодеться. Ребята тут тоже занимаются. Так, все, сейчас сюда убираем. Ага, я даже вот это, да, <соценно> понятно. Понятно все со мной. Вообще, даже сок не убрал, даже не выпил, а? Как так? Ну ладно, все, сейчас переодеваемся. Так, я готов, в принципе, позаниматься. Сначала, наверное, беговая дорожечка. Разомнемся. Где-нибудь побегу, как обычно, 15 минуток. Ну что ж, начинаем. 15 минут спустя. Ой, так, все, устал, в принципе, ладно. Давай сейчас гантельки позаниматься. Гантельки, гантельки. Так, и так, все, я готов. Так, и раз, два, три, четыре, пять, шесть семь восемь девять десять одиннадцать двенадцать тринадцать четырнадцать пятнадцать шестнадцать семнадцать восемнадцать уйдите вы девушка восемнадцать девятнадцать двадцать мешает мне туда так ладно все все я позанимался так теперь отжимания так и раз два три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Все. Устал, устал, может, в принципе, еще грушу так побить, так, получай, получай. Так, ладно, все, на сегодня хватит. Сейчас пойду переоденусь. Ну и пойду, наверное... А, сначала нужно снять тикток, еще там будет... Ну да, так что сначала сейчас переоденусь, потом пойду сниму тикток, а потом еще чего-нибудь придумаем. Так, сначала, сначала, сначала вот это и вот это. Так, вот так и сюда. Вот так, запускаем тикток и быстренько записываем. Так, все, отлично, записал, быстренько монтируем, так-так-так, так-так-так, и так, отлично, выкладываем, теперь, теперь что? Так, теперь надо посмотреть еще на мои результаты, чудо, да как, вообще, в принципе, чего я там добился, пока занимаюсь. Так, ну, в принципе, в принципе, я уже не вижу вообще никаких изменений с... Из, э последнего раза, когда смотрел, вообще никаких изменений. Ну ладно, можно сейчас еще один такой тикток здесь записать. Почему нет? Почему нет? Запускаем тикток. Так, так, так. Все отлично, записал. Так, быстренько тоже сейчас его монтируем. Вот так вот так и вот так. Ну все, в принципе, он тоже смонтирован. Выкладываем его. Теперь сейчас собираем все вещи. Ну и можно спокойно уже... Так, одеваемся сначала, потом идти спокойно уже домой стримить. Так, все, в принципе, я готов, могу спокойно уже идти. Так, всем до свидания, всем пока, короче. Все, могу спокойно идти. До свидания. Отлично, можно еще, наверное, один тикток, конечно, записать. Наверное, да. Ну, все. ну только найти место, где, конечно, записать тикток. Можно еще даже а, фоточку в инстаграмчик сделать, потому что я достаточно давно уже не делал фоточку в инстаграмчик. Вообще никакие. Ой, хочу... Так, попью сейчас соку. Так, не знаю, куда, ну ладно, пока не буду здесь нигде выбрасывать, дома выброшу. Так, надо еще что-нибудь сейчас перекусить, ну и все, ну и все. Так, сначала сейчас нужно подготовиться к стриму, потом можно будет еще позаписывать какие-нибудь видеоролики. Так, открываем дверьку, так, так, включаем свет и начинаем готовиться к стриму. Так, 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 комп включаем. Так, 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 так и так, все, я почти готов. Сейчас нужно только. Так, 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 все, сейчас нужно запускать стрим. Так, ну все, в принципе, можно запускать. И всем привет, ребята. Сегодня у нас будет стрим. Сегодня мы будем с вами выживать, все такое. Давайте начнем. Так, так, так. Много часов спустя. Ну что ж, ребят, на этом я уже буду, наверное, заканчивать стрим, потому что мы уже достаточно долго с вами постримили. Ребят, всем, короче, удачи, всем до завтра. Завтра мы будем стримить еще. Так что всем, ребят, удачи, всем пока. Так, выключаем. Отлично. Ну, в принципе, сегодня мне неплохо ли Так, сколько у меня сейчас там подписчиков? Так, у меня сейчас на Твиче 321 подписчик. И, в принципе, на сегодняшний стрим мне значит 500 рублей. Ну, в принципе, неплохо. В принципе, реально неплохо. Так, ладно, все тогда. На сегодня хватит. Выключаем компьютер. Можно сейчас записать еще один ТикТок. Ну и уже тогда сходить помыться, ну и ложиться спать. Так, запускаем ТикТок. Так, так, так. Все отлично, записал. Теперь можно спокойно сейчас сначала покушать. Так, тортик, дохаваем этот. Все, тортика нет, можно спокойно этот начинать уже кушать. Так, ну тогда сейчас все, тикток сейчас быстренько монтируем. Так, 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 выкладываем. И теперь можно спокойно переодеться, ну и идти сходить помыться. Так, все, переоделся, можно идти мыться. Так, с, ага, ага, там уже был включен, да? Ну ладно. Так, тогда все, сейчас надо принять а, душ. Ну и потом можно идти ложиться спать 15 минут спустя. Так, все, отлично, можно уже спокойно отправляться спать. Выключаем весь свет. Так, ну все, тогда я спать. Ребят, а если вы досмотрели до этого момента, пишите в комментарии, досмотрел. Каждый, кто напишет, получит от меня сердечко.